Blackpink in your area. Blackpink! Зоопарк. Сейчас лика. Без макияжа приехала в место, где будем делать макияж в Blackpink Jisoo. Салон вообще так выглядит. И вот так сакура. До макияжа так быстро накрутили волосы. Я знаю, что ваша любимая группа это Blackpink. А сегодня корейский визажист будет красить меня в Jisoo. Вот такой стиль. Ну-ка, поехали! Запомните это, хорошо? Я буду преображаться в Jisoo. У меня параллельные брови, а у Jisoo кривые брови. А что, сами не зубили? Так. Чё, ну, чё, ну, крем, кажется, он был лассая. Чизу, я кам. Так, кам, пьяненькая. Княга, ну, я кам. Эта маска будем делать во время красить глаз. Сукьян. Я кам, кром, бой. Сукьян. Хайча. О, сукьян. Я кам, чинжонгдэнэн гонсо. Потом увлажняющий крем. А, сухой крем до бузуру бададэйо? Я на кисточку и так на намазываю. Крем, гони и то жанрай. О, чинчо. Брошу его. О. А, чё-то иссэйо, иго. Иго жо. Бэк. Иго гои зим, сэтонжэ. А, чинчо, я чё-то. Мазай, томап-то дэго. А, запах. Хальчак, хэлтон бодана, хэлтон бодана. Хальгэйо? Нэ, хальчак. 21호 정도. 21호? 되게 21호 톤, 이건 немножко для меня белый. 진짜 방금 저 지금 여기랑 여기랑 차이가. 일단 여름 같은 경우에는 피부톤 맞게 파운데이션을 선택해주는 게 좋긴 한데. 네. 가을겨울 같은 경우에는. 겨울에요? 가을겨울. 아. 어두운 걸 많이 입으시니까. 오보제. 아이프라이머. 왜냐면 쌍꺼풀이 지금 있는 눈이라서 아~ 애들이 시간이 지나면 아마 아이섀도우 이런 게 유분기 때문에 먹어요. 네, 먹어요. 부셔야 리미야. 나 빨리 완비지 않겠나? 프라이머. 네, 진짜 소리만 나. 저도 이거 있어요. 소리가. 오. 딱 그치. Для базы бежевый тон. 사실 눈화장이 그렇게 진하게 넣거든요. 아, 지수가요? 속눈썹으로 거의 품질이. 레이스 넥 지금 이거 드레인네 일단. 바이타모 글라사 마키아스 니스 딱히 얇게. 여기는 톤으로 후반. 쌍꺼풀 살짝 민망해가지고. Не прямо на двойной веке, просто сверх веки. 아예 쌍꺼풀 라인이. 아, 쌍꺼풀 라인이에요? 아, сейчас прямо двойной веке. 오. потом очень ближе веки нужно красить. Думаете, что вы красите тонкую линию? 완전 제니랑은 반대잖아요. 그죠? 제니는 약간 고양이잖아요. 아, 또. 또 тоже нужно спускать линию. Вот так, потихоньку, длинно. 여기 살까지 다 채워버리면 네. 괜히 답답해 보일 거예요. 아. 한번 그려야 되겠네. 아. Она просто печатает. Вот так, точку, точку. 아, 라인 위에다가요? 네, 라인. Вот таким образом, просто мягко градиент. Очень много, очень много. Я смотрела на небо, чтобы приклеить ресницы, сначала поднимаем. Кен, 몇 мили? 9 миллиметров.
Айдоли поступают на стене, поэтому макияж ярче делать, чем дневный макияж. И тут очень важно маленькие детали. Что? Гальсекиё? Аньо, ене блэк. А, блэкиё. Воздушный легкий душ, чтобы долго держалась лестница. Огонь! Вечеринка! Это не повторяйте, пожалуйста, дома. Это опасно, если не эксперт. Запаху. Сейчас лика. О, дому баню улался. Только лестницы видно. Уже дымсофтуши чоком икко, гунсинь дея иссосо. Чинаги гринкаду лэко. Итанен, уяман чапасэн. Шэдоу тайм. Тиэсо. 앞으로 갈수록 연해져요. 쓰자지 않아? 부탁드릴 수에 потом перейти очень тонко. Особенно тут фокусировал, то рисовала, тут вообще почти не трогал. Через камеру брови тоже очень хорошо видно, поэтому красиво надо делать форму. Что для бровей, так как волосы цветом совпадать надо. 이런 마스카라를 스쿨에 걸으시나 이런 애플리케이션에 네. 양이 너무 많이 나오면 또 뭉칠 수가 있거든요. 살짝 봐서 레귤리로 맞지 않았어. 일단 결 따라 위로 옆으로 아래. 오. 아니야? 오 달라요 진짜. Надеюсь, вы запомнили, почему кисточкой наносим увлажняющий крем. Да, видно разницу. Чуть опелива. А, хан тони оттеннео. Фаундейшн이랑 이런 것도 살짝만 하시는 거예요. Чуть-чуть надо использовать тональный крем, либо консилер. Вот да, человек стоп. Когда утром вообще без макияжа, это была как-то я больная. Без макияжа приехала. Вот у нее очень маленькая тонкая кисточка. Ну, это для начинающей трудно, поэтому можете использовать большую кисточкой. Тут вообще не надо трогать, просто оставьте, потому что будем делать все равно контур. Да? Значит, у нас сами тоже. 너무 좋아요. 이런 거. 좀 소스도 마치 나 치즈 보이듯이. 저 약간 깐 달걀. 깐 달걀. 그것보다 얇죠. 블리스짱. 억지로 가리려고 하지 말고. 아 네. 아 네. 컨실러로 살짝 올려주는 게 낫고. 이렇게 가리려고 파운데이션 진하게 들어가면. 더 들어가. У меня тут прыщи, и она сказала не трогать с тональным кремом, а просто с консилером точку делать, тогда не видно будет. Пипушек сами смотрят, хантун, хантун, пан, оттуда. Оттуда. Сопан, фаундейшн, я сейчас сопан. С темным один тон ниже. Чесаться. О, сейчас мы не видно. Почти не видно. Не. Помтинать, я не. 그런 브라운 계통을 이용해서 네. 뒤에 삼각대는 살짝 채워줘요. 우리나라 정서. 응. 얘를 해주면 이제 뒤트임 효과도 있고 자연스럽게. нам нужно обязательно рисовать. Глиттер под глазами тоже обязательно. 살짝 눈을 너무 진하냐? 이쇼 라스 빌림 까란다숑. 지수가 또 애교살이 있잖아요. 그쵸. 그러니까 살짝 도톰하게. 맞아요, 맞아요. 시크를 할 건데. 네. 여기 위에 나시네요. 응. 코 아래로 내려가면 얼굴이 좀 길어 보이는 스타일. 웬만하면 이제 눈썹이나 прямо под глазам она наносила
아프리콧. 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 такой цвет. А теперь будет розовый тон, чтобы натурально выглядело. О, 너무 주황색으로 하게 되면 오히려 얼굴이 더 검해 보이고. 아, 진짜요? 아, 좋아했어요. Если просто оранжевый, тогда тон будет темнее выглядеть. Поэтому нужно обязательно смешивать с розовым тоном. 10시간 잔 것 같아. 이게 뭐예요? 얘가 모공 파우더인데 블러셔 부분이라 아래 부분 한번 이렇게 해주면 톤이 살짝 정리가 돼. 블러셔 좀 더 이게 볼륨이 있어졌어요. 톤이나 그런 하이라이터 분들을 잘 해서 그래서 미지근이 나다 거의 похож? 네, 코 делаем нос. 눈 잠깐 밑으로 네. 구덩이 물을 쓸어주면서 대부분 이렇게 꼬리까지 길게 빼시는 분 맞아요 맞아요 이렇게 네. 이렇게 하시면 코가 좀 길어 보이거든요. 아, 네. 이것도 이제 делала. 어, 너무 잘했는데. 섀도우색이랑 쉐딩색이랑 너무 잘 어울리는 것 같아요. 근데 이렇게 맞춰서 해야 돼요. 아, 눈이 오신 드라이브자. 너 눈이 예쁜 이 마키아시 야, 니 우메이요 딱 지어와. 네. 조만간 살짝 하이라이트 해줄게요. 펄 섀도우 같은 경우는 손가락으로 발색을 하시는 게 가장 좋아요. Если блестящий тенин, лучше руками. 오친 드라이브자 파투르시카. 섀딩. 네. 로 맞아. 우리나라는 이렇게 관계 없애려고. 어, 맞아. 여기서 같아요. Что вы лицо меньше выглядит, мы просто тут убираем. 커졌어. 그리고 цвет тинта это в Корее очень модно. Тут чуть-чуть толще надо делать. Особенно губы форма у нее очень необычная. 아, 토너 크림 있어요. 아~ 얘네는 또 옷에 묻거나 이러진 않아서 대신에 이제 세안하실 때 한 번씩 얘도 오지 마. 어, 너무 까매요. 오이, тут сразу видно, что я очень темная. В конце фиксер для макияжа. 감사합니다. 아, вы думаете, похоже? Надо спускаться. Blackpink in your area. Blackpink! Всем спасибо, что посмотрели. Как вы думаете, мы с ней похожи? Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь, пожалуйста. Еще в комментарии напишите, пожалуйста, какие макияж вы хотите, чтобы я сделала. Тогда, аньян, пока!